какая себе кофейня в Симферополе. А если по делу? Ой, ребят, по всей видимости, в ближайшие недели, может быть, 2-3, переберусь-ка я жить из Судака на южный берег Крыма. Ну, недельки на 2-3. Есть возможность погулять, есть возможность немножко попутешествовать. Есть одна очень интересная возможность понаблюдать за процессом. Что это будет, как это будет проходить, что будет интересного, что будет нового. Ну, я со временем расскажу на страницах сайта подробнее. Пока могу сказать, то много непонятного, но уже интересно. Короче, чё интригу вот это вот городить и тянуть дело за хвост. Это будет в Ялте, будет до начала лета, и будет достаточно резво. Вот так. Ну а на крымском репортаже пока будет небольшое затишье по поводу судакских всяких разных там мероприятий. Я так надеюсь, что племянник, ну и остальные тоже ребята будут делать какие-то публикации. Если их не будет так много, ну не скучайте пока без нас. Во всяком случае, мне скучать последние две недели, последующие, до начала лета, скучать точно не придется. Ну а как, что это будет, со временем расскажу. Крымский репортаж. Так и живем. Кофе, кстати, хороший. Да и кофейня здесь от Пушкаря. Рядышком совсем, первый раз здесь побывал. Да многое в ближайшие три недели будет в первый раз. Вот так, вырубаю. Ура, крымский репортаж. Оп.